центре «Лесная сказка» собрались учащиеся 5-10 классов из 6 школ муниципалитета, которые участвуют в работе отрядов юных друзей полиции. Здесь провели правовую игру в формате брейн-ринга. Такой формат находит большой отклик у школьников. После того, как прозвучит вопрос, участники, готовые ответить, на перегонки нажимают кнопку со световым и звуковым сигналом. Заскучаешь по родителям, он может уйти из школы, никого не предупредив. Восьмой стол отвечает. Это новый формат. Дети участвовали в течение учебного года в онлайн-викторинах, решали там разные вопросы, задачи. И по итогам этих викторин сегодня проходит игра, в которой они показывают свои знания, и она вот как завершение, можно сказать, этих викторин. Брейн-ринг был организован сотрудниками центра при поддержке Комитета по образованию администрации городского округа и отделения по делам несовершеннолетних отдела участковых уполномоченных полиции Межмуниципального управления МВД России «Щелковская». Правовая игра – продолжение действующего уже не один год в округе проекта, нацеленного на создание в школах отрядов юных друзей полиции. Конечно, мы всегда за то, чтобы в наши ряды вступали дети, потому что, конечно, они ответственней, они увлеченней, они дисциплинированней, потому что даже чтобы знать ответы на все эти вопросы, надо как минимум изучать, читать и совершенствовать свои правовые знания. Ребята нам рассказали, что они готовились к игре прямо-таки как к экзамену. Наш капитан хорошо отвечал на вопросы. Мы тоже готовились к этому событию сегодня. Отвечали на вопросы на разные, и узнали что-то, что не знали. Игра проходила в 4 тура. Школьники продемонстрировали знания о правовом устройстве государственной власти в Российской Федерации, о правах и обязанностях детей, имеющихся у них с рождения и возникающих с повышением возраста, о юридических аспектах работы правоохранительных органов и другие. В целом, ребята показали очень хорошую подготовку. Андрей Цеханович, Сергей Василевский, Щелковское телевидение.